большому сожалению, сегодняшнее утро не обошлось без очередной трагедии. Россия просто рыдает, когда услышала об этой новости. Для многих из нас российский певец Сергей Лазарев – это просто кумир и просто легенда российской эстрады. Многие его фанатки каждый день пишут комментарии под его постами с просьбой рассказать, что же с ним случилось на самом деле. Последние несколько дней назад Сергей Лазарев перестал выходить со своими фанатами-поклонниками на связь. Мы решили выяснить, что же с ним случилось, и вот что оказалось. Оказывается, несколько дней назад наш певец серьезно заболел. Он сорвал голос на одном из частных концертов, где выступал в Подмосковье, и теперь находится дома на самолечение по указаниям врачей. «У меня множество уколов и много таблеток, которых надо принять», – написал нам Сергей Лазарев. «Пока что сижу дома, а дальше будет видно». Давайте, друзья, поддержим Сергея Лазарева. Очень хочется, чтобы с ним все было хорошо. Давайте поддержим наш канал подпиской. Нажмем на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, где будет более подробно все расписано, как это все произошло. Подписывайтесь, друзья, на нас и на наш канал. И до скорой встречи на нашем YouTube-канале.